Белгород, 10 марта. После Кольского полуострова, кажется, здесь тепло, весна наступает. Снег лежит. Минус 7 градусов. Но вчера в Кировске было под минус 30. Здесь минус 7. Самый удобный аэропорт в Белгороде, если с области до области. На какой-то межобластному городу надо добраться. То есть 5-минутной ходьбы от аэропорта, автовокзал. Вышел с самолета, пересел в автобус и доезжаешь до Губкина или Старого Оскола, или другого города Белгородской области. Саратов аэропорт перенесли за город. Раньше он был в городе самом, и там также на общественном транспорте можно было добраться до автовокзала. Сейчас же последний раз, когда я ехал с Кировска, летел в Балаково, в Саратов, у меня самолет прилетел в 8 часов вечера. Я не успел ни на какой общественный транспорт до Балаково, то есть автобус межгород. Так там-то 15.09, по-моему, последний. Пришлось заплатить 3000 на такси, чтобы добраться до Балакова. Вот автовокзал. 5 минут пешком. Очень давно в Белгороде не был. Все здесь поменялось. Автовокзал другой был. Не такой ухоженный.